I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. Привет, мир. Мы — анонимы. Сообщение для Дональда Трампа. Анонимы представляют народ. Тот самый народ, который избрал вас президентом и ожидает, что вы сделаете много позитивных изменений и выполните все, что вы обещали для них. Как и многие другие президенты до вас, все они имели собственную возможность проявить сочувствие и искреннюю заботу для своих граждан. Их будут помнить и уважать. Большинство были связаны с состоятельными, мощными, крупными, коррумпированными корпорациями и высокопоставленными элитами. Поэтому нам интересно, что вы будете делать во время своего срока. Вы говорили о многих проблемах во время предвыборной кампании. Но мы здесь, чтобы сказать вам, что есть много вещей, о которых стоит побеспокоиться, чем строить стены. Так что вы собираетесь делать на самом деле, Дональд Трамп. Потому что прямо сейчас вы должны посмотреть на себя как на ученика и извлечь уроки из тех ошибок, которые стоят перед вами. Вы будете защищать американский народ, защищать их еду, их безопасность, их здоровье, образование, право людей на их частную жизнь, или же вы просто как и многие другие, которые могли бы сделать великое имя для себя. Помните, ваши действия покажут людям, кто вы на самом деле в глубине души. Анонимы будут только наблюдать и выставлять все, что мы чувствуем. Люди должны быть в курсе. Однако мы имеем запросы для вас, Дональд Трамп. Мы желаем, чтобы вы призвали все страны к концу этих войн, прекратили убийство детей и невинных людей. Хватит, это не игра, в ней нет победителей. Вы можете защищать еду, воду, здоровье граждан, сделать образование доступнее и в один прекрасный день снизить нагрузку и расходы на проживание и позволить людям выражать то, что они чувствуют. Не обращайте внимания на все сразу. Дональд Трамп не только в состоянии сделать Америку великой снова, но вы также имеете возможность сделать нечто большее. То, что вы сделаете в течение следующих 4 лет, для будущих поколений будут помнить и уважать. Только вы имеете право выбирать свою судьбу. Мы — анонимы. Имя нам Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас.